нет времени путешествовать, очень часто смотрю по телевизору какие-то хорошие документальные фильмы про путешествия. Ну и, естественно, записи любителей путешествовать и снимать свои путешествия. И редкий случай, когда люди записывают много, качественно и душевно. И даже если такое получается, почему-то у таких блогеров бывает по 2-3 видео, а дальше, наверное, не хватает времени, сил, энергии. А может быть, иногда даже не очень хорошие люди пишут какие-нибудь неприятные комментарии, и это тоже, от этого, наверное, тоже теряется интерес к записи таких видео. Ну и вот так, один раз, когда я была в поисках новых ощущений, потому что не могла путешествовать, а нужно было новых эмоций хотелось, я попала на видео Владимира. И так на них подсела, что у меня пошел такой сериал, переходящий плавно там, с вечера в утро. И места, то те, которые мне уже знакомы, то те места, которых я еще не видела. Смотрю я и вспоминаю, что когда мы решили переехать сюда жить, и я была в поиске хорошей информации об этом регионе, я не могла вообще найти ничего толкового. Я не знаю, что на сегодняшний день обстоит в целом в интернете о том, как выглядят наши места, но подумала, что именно Владимир с его возможностью рассказать красиво о всем, что он видит, с душой рассказать, он сможет сделать из нашего региона лучшее место в мире для жизни и отдыха. Я правда так считаю. И это произошло. Мы здесь. Я пригласила Владимира и Аллу. И они приехали, и они согласились. И я необыкновенно счастлива. И неделя вместе с ними прошла для меня просто как какой-то праздник души и сердца. Ну и ног. Мы много здесь ходили и много смотрели. Здесь очень-очень красиво. Показывая мою Испанию Владимиру Коту, мне хотелось, чтобы он и вы все, и Аллочка-кошка, увидели, какой прекрасный, разнообразный наш регион. Я не сторонник стереотипов ни в чем. И мне как-то грустно от того, что Испания у многих людей ассоциируется с фламенко, коридой. И Барселоной. Гауди. Да. Ведь это очень большая страна, и в ней столько прекрасного. Ну, даже если нет возможности увидеть все, то в нашем регионе, ну уж точно можно увидеть очень-очень много. Так что смотрите фильм «Котов» и приезжайте к нам в Испанию.